Добрый день, дорогие мои зрители. У нас есть штык-нож АКМ 1959 года, 6Х3, сталь 8ХФ, из которой делают пассатижи, плоскогубцы, бокорезы, дисковые пилы, пассатижи, плоскогубцы, кусачки. Вот отрезано было всего лишь ушко, куда вставляется дуло автомата. И вверху колечко, где ремешок кожаный одевался. Так что это 1959 года, 6Х3, штык-нож, автомат Калашникова, сталь 8ХФ. Сейчас мы его заточим, и он будет резать у нас бумагу, очень быть острым должен быть. Спокойно берем обычное бытовое точило, которое можно купить в обычном магазине. И берем, проводим так вот, потом в втором положении, и тут алмазные керамические пластины, и берем в третьем положении, затачиваем. Так, смотрим, как у нас заточился штык-нож. Обычный штык-нож, автомат Калашникова АКМ. Очень острый штык-нож. Вы видите, режет очень остро. Очень острый штык-нож. Вот вам обычный штык-нож автомат Калашникова. Заточенный, как бритва. Очень острый. Вот так вот заточили штык-нож обычным точилом.